Согласно прогнозу, на текущий год таможенные сборы и платежи должны были составить 94 миллиарда 635 миллионов сумм, но государственная таможенная служба выполнила этот план уже на 15 ноября, то есть за 10,5 месяцев. В сравнении с 12 месяцами 2022 года таможенная служба на 15 ноября текущего года собрала таможенных платежей на 20 миллиардов сомов больше. Для достижения таких результатов таможенной службой проведена комплексная работа. Это упрощение и ускорение бизнес-процессов, увеличение пропускной способности на пунктах пропуска, внедрение цифровых решений, усиление борьбы с контрабандой, а также искоренение коррупционных схем. Такой показатель поступления таможенных платежей наблюдается впервые в истории службы. По мнению специалистов, на увеличение значительно повлияла цифровизация и улучшение администрирования таможенных платежей. К примеру, только северо-восточная таможня по итогам 9 месяцев текущего года перевыполнила план на 108%. Вследствие улучшения администрирования таможенных платежей северо-восточной таможни за 9 месяцев 2023 года было исполнено на 32 миллиарда 616 миллионов 677 тысяч сомов в госбюджет, что составило 108% по прогнозным показателям. Сравнительно, за 9 месяцев 2022 года в государственный бюджет поступление составило 25 миллиардов 789 миллионов 434 тысяч сомов. То есть темп роста по сравнению с прошлым годом составило 127%. Кроме этого, к выплатам таможенных платежей граждане относятся с ответственностью. По словам отдельных частных предпринимателей, от таможенных поступлений зависит экономическая стабильность в стране. Сам я занимаюсь перепродажей цитрусовых фруктов. Вот сейчас перевозим киви, привезли его из Ирана. Так как это скоропортящийся продукт, нас долго не задерживают, и мы стараемся сразу оплатить таможенные платежи, ведь понимаем, что наши таможенные отчисления попадают в государственный бюджет. Оттуда выплачивают пенсии и пособия. Также, как я знаю, на эти средства строят социальные объекты для улучшения инфраструктуры городов и сел. На предстоящий же год прогнозируется, что таможенные сборы и платежи должны составить 117 миллиардов сомов. Кундуз Кадатаева, Айзерик Акматова, Азамат Кадыртуктоев, Алату-24.